мне сейчас 50. Я помню, как мне было 5 лет. Короче, у отца в кладовке был ящик с инструментом. Ну и он мне научил, короче, гвозди вбивать там в доску. Ну, дал доску, молоток, гвозди. Ну и я вбивал. Короче, у него лежали там вот эти инструменты, все это. И что-то как-то он делал ремонт и, видать, забыл вилку электрическую с проводом. Небольшой провод такой. Оставил в этом, в инструмент. Ну а что, мне 5 лет, я маленький. Короче, залез снова в инструмент. Мамка стиралась. Я, короче, что, поколотил эти гвозди молотком. Хлоп, лежу, вилка. Провод. Ну что, маленький. Эксперименты. Пошел, воткнул в зале. В розетку. Короче, меня тряхануло. Даже до сих пор помню. Уже 50 лет прошло. Рука сгорела. Короче, меня притянуло, не отпускало. Я орал. Мамка выскочила, выключила в этом. В подъезде автомат. Вот. Меня, короче, тряхануло так, что, блядь. Ну я все стоял, плакал там, поорал. А, я руку прятал. Захожу, она в ванной стирается, я руку прячу. Короче, рука сгорела, кожа там, все. Ну что, маленький. Короче, лечили этим гусиным жиром. А что раньше? 70-е годы же были. Видать, лекарств так таковых-то не было нормально. В общем, обматывали, помню, гусиным жиром. И этим белком от яиц, короче, мазали. И, по-моему, салом свиным. Вот. Ожог такой был. Ну все, спасли руку. Вот, нормально, все. Шевелится. Короче, берегите детей. Они любят экспериментировать. Даже гвозди пихают в розетку. Короче, глаз да глаз за детьми. От них надо все прятать. Даже 5-летних. До сих пор помню. Смешно, ну, блядь. Опасно, блядь. Ну, ничего, фобии нету никакой. Электричество, как бы, ну, сильно не боюсь. Лазю в розетках и вилках. Если смогу починить, то починю. Розетки, вилки меняю. Так что вот так вот.